Вы сейчас материал новый, да, собираетесь в следующем году? И что это будет, в принципе? Вы сами, наверное, уже заждались, да? Потому что это, во-первых, первый в новом, да? Ну да, но там, по сути, это будет альбом, там, по сути, я в основном и фиты. Ну вот Влад, Лирика Ветра будет по-любому там на одном фиточке таком, да. И... Ну это как, можно сказать, такой, типа, грубо говоря, первый такой сольный даже альбом, можно так сказать, как Тулим. Но типа просто Тулим, это там нельзя сказать, что это как группа на сцене, это как такая, типа, вид мышления, скажем так. Mm-hmm. Поэтому даже я не могу сказать, сколько это людей конкретно. Ну на сцене это там обычно два, ну это даже меняются люди. Но вот альбомы, ну будет, да, это там в основном я там и фиты. Вот. А Тулиму как таковому в следующем году 10 лет, да? Не, не 10, это с 2008-го, это сколько получается? А, это уже 15, да, это уже получается, 15. Да. То есть будет уже 14 лет, да. И, в принципе, воплощение, которое ты в него вкладывал изначально и которое есть сейчас, насколько оно трансформировалось, изменилось с течением времени, с взрослением и, ну, с осмыслением каких-то социальных вещей, которые, возможно, в 2008-м были абсолютно иными? Ну вот у меня, я бы даже разделил какие-то такие периоды, например, в начале, когда начинал, то была такая штука, что я делал, я не знал, как технически делать какие-то вещи. Я чисто интуитивно творил, то есть, а потом вот там лет через 5, ну не знаю, 4-5 лет, я как-то типа уже в технических каких-то моментах разобрался там, и там в битах, и в читке, и так дальше, и какой-то был такой период аналитический. Я вот не могу сказать, сколько лет, но я вот у меня на какой-то период пропали мурашки вообще от музыки. Я перестал ее как-то чувствовать, потому что я очень анализировал и так раскладывал каждую песню эту по полочкам, как там все сделано. А вот сейчас, вот пару лет уже пришел такой период обратно, что я как бы опять интуитивно все ловлю этот типа сигнал, опять ловлю от этого мурашки. Но при этом я уже могу технически, на опыте, типа, уже имею, типа, навыки, чтобы реализовать то, что, грубо говоря, играет у меня в голове. Я знаю, как это уже, типа, реализовать технически, как это воспроизвести. Вот, и сейчас это такой баланс. Вот мне такой период, я не знаю, какой будет следующий, но сейчас это такой интересный период в балансе. Концертное воплощение этого всего. Вы же достаточно часто выступаете сейчас, то есть, как бы, всякие там коллабы, вечеринки и все остальное. Насколько это все трансформируется в разные образы, и насколько, ну, вы же видите новую публику, да, которая, конечно, на вас приходит, да, насколько это все происходит, соитие этого всего в этот момент. Ну, то есть, вот вы же чувствуете, что времена меняются, и иная трансформация, и что вот сейчас иное. По сравнению с тем, как вот было в 10-е. Вот. Ну сейчас просто, вот опять, мы с тобой сегодня говорили про то, что там вот субкультуры, допустим, там как бы пропали, грубо говоря, такое разделение. Все, перебор. И вот сейчас уже такие на концерты приходят люди там совсем-совсем разные, со всех разных вкусов, и которых вообще супер смешанные вкусы. Ну да, порой удивляешься вообще. Да. Вот мы вот там часто... Серьезно, старый ты, наверное, в концерт пришел? И вот у нас, мы там выступаем иногда на каких-то там мероприятиях, где там вот там молодые рэперы выступают под плюс, грубо говоря. А потом они под нас, типа, очень круто качаются. И, типа, да. Это не очень укладывается в голове, но это так работает, я не знаю почему. Вот в Киеве сейчас начал момент, когда, ну, запрещают какие-то некоторые силы, какие-то, да, мероприятия. Ваше это отношение. Вы, наверное, встречались, в принципе, на протяжении своей жизни с подобными, но в ином ракурсе? Сейчас просто нужно очень четко себе понимать, что... ну, вот я парням говорил, как раз когда ситуация была в хулевом, я говорил, если бы они пришли и сказали нам, да вы косите под негров, вот вы это там ведете, было, да, вы подражаете неграм, ведете черный образ жизни, мы белые люди, это нам чуждо, я бы где-то, я бы, естественно, с этим не согласился, но где-то в глубине бы я понял, как бы, их месседж, зачем они туда пришли. Но когда туда приходят ребята под видом борьбы с наркотиками, и абсолютное большинство стоящих не отстреливают вообще, что происходит,
Вот, и они как бы подтягиваются, потому что есть определенная идея, есть чувство причастности к какому-то движению. Это как бы одна из составляющих вообще человеческого счастья. То есть они молодняк там, который приходит туда в натуре там за идею. Кто-то может кэш получать, я не в курсе, но по факту как бы они в масштабах не влияют абсолютно ни на как, ну я думаю, даже на единичный процент наркотрафика в городе Киеве, приходя в Польову, где проходит концерт украиноязычного хип-хопа. Ну, то есть там по факту, наверное, только мои куплеты на русском единственные бы звучали. Да. Вот. И под эгидой борьбы с наркотиками срывается тусовка, типа. Вот. И по факту, как бы, какую цель они в итоге... К чему это все может привести, на ваш взгляд? Я имею в виду вот с течением этого хаотического всего. Мне времени. Кажется, на местных это не особо повлияет в плане желания висеть и так далее. А вот иностранцы могут подиспугаться и могут как бы подупасть инвестиции там, в тот же подол культурный. Mm-hmm. Это может привести просто к тому, что как бы, какие-то, условно говоря, там достойные всякие заведения попереезжают откуда-то, повыезжают оттуда. Или деньги туда вливаться не будут, вот. Ну, менты будут, я не знаю, насколько они будут довольны, потому что им там и доить некого будет, потому что как бы все оттуда съедут, понимаешь? Поэтому ни к чему хорошему это не приведет, но как бы я думаю, что на наших людей это не особо повлияет, потому что у нас сейчас, в принципе, мне кажется, люди холодные к вечеринкам, особенно на фоне пандемии, типа все хотят тусить, все реально спрашивают там, о, где, когда, ну как бы движение идет, вот поэтому на нас нет, а вот, наверное, иностранцы могут подспугнуть такие моменты. Потому что мы-то понимаем, что за этим стоит чаще всего искусственная природа, то есть денежная, там идеологии никакой близко нет. А иностранцы-то как бы они видят картинку, они видят чуваков, которые закидываются фаерами, типа в балаклавах там, и так далее. Для нас уже как для жителей Украины, типа, это уже норма. Ну, в принципе, там, да. Да, люди скрывают лица, типа там какие-то движения, акции происходят. А европейцы, они же вообще типа, что, серьезно, там кто-то ходит там в центре города. Вот. Поэтому ничему хорошему это точно не будет. Да. А мы будем делать, как и делали. Ситуация с хип-хопом в Украине, как вы ее сейчас оцениваете для себя лично, вот как слушатели и как непосредственные участники с бэкграундом? Да не, ну я считаю, что сейчас здорово, потому что все растет, типа, я не застал десятые времена, ну как, я застал, но не в качестве хип-хоп-артиста, вот, и мне кажется, типа, что сейчас, наверное, все-таки здорово, что такое большое разнообразие абсолютно разноплановой музыки. И типа есть ребята там, которые делают, блин, даже тот же эмо-рэп, короче, о котором вообще типа и речи не могло идти там в каком-нибудь 7-8 году. И сейчас там, я даже не слушая, типа, я удивляюсь, и мне как-то ну приятно, что, короче. Ну, в принципе, на любой вкус. Типа, да, на любой вкус. На любой вкус можно найти. Народ себе делает, что типа, хватит, ищет. Короче, хватает, в принципе. Да часто, ну, типа, заграничные чуваки говорят, что, типа, Украина в плане хип-хопа это очень вкусная страна, скажем так, потому что, типа, и что русские ребята, что у меня как-то в SoundCloud прилетел такой комментарий от, он, по-моему, болгарский, если я не ошибаюсь, битмейкер. Вот, он написал, короче, Ukraine is new New York, типа вся страна, как эти большой Нью-Йорк. Ну, как бы что-то в этом есть, да, действительно, там, в электронной сцене, там, Киев называют новым Берлином, вот, поэтому, да, у нас здесь все растет, типа, во всех направлениях. А если отъехать от Киева по окружности, другие... Да, слушай, везде тусовки, на самом деле, есть, Львов тусит, Харьков тусит. Я знаю, там, ну, какие-то вот на Западной Украине, в Калуше, да, какие-то есть свои движухи, ну, да, наверное. А немножко в другую сторону? В восточную или в южную? Ну, и туда, и туда. Ну, вот, блин, я, ну, тоже как-то вот там, как-то... Все, что южнее, тоже, типа, по каким-то мама, именам, типа, да, отдельно. Да, да, отдельно. Знаешь, да. Но там вот что-то какая-то типа... Так, чтобы какую-то флейва, жизнь, да, движение, формация. Да? Ну, чтобы она так гремела, может, как бы здесь она локально известна, но типа, чтобы мы в Киеве там, например, знали, то да, не особо слышно. Вот то, что южнее, действительно. А
социальные вот эти вот все изменения, преломления в десятых, которые произошли достаточно глобальные в Украине, как они сейчас на вас отдаются личностно, то есть вы же как бы взрослеете вместе с этими всеми процессами, и как, возможно, чувствуете ли вы в себе какой-то серьезный отголосок этого протеста, и вообще вот еще такой под вопрос, есть ли, чувствуете ли вы нехватку каких-то протестных групп на сцене хип-хопа и вообще... Вообще, типа, в мире или в Украине? Не-не-не, в Украине, я имею в виду. В Украине? Блин, вот на самом деле все, что касается политического рэпа, в Украине, я имею в виду конкретно, есть большая проблема, что у нас сумасшедшее политизированное общество. И настолько полярно настроено друг напротив друга. Больше нечем заняться, кроме как... Ну, как бы... Так или иначе, тебя будут относить к определенному лагерю, а определенные заинтересованные лица будут вообще там какие-то попытаться установить твои финансовые связи. Ну да, по-любому будут как-то разделять. Да, то есть там, условно говоря, если ты делаешь там какой-нибудь рэп, там, например, в антироссийскую, условно говоря, там глобально говоря, сторону, как бы тебя будут причислять, что ты там, а ты парахобот, типа там и так далее. Если ты будешь наоборот в эту сторону... Правильного нету. Да, как бы, то тебя сразу ватным, как бы, типом обзовут, типа, и все. И у нас вот за счет того, что очень поляризированное вот это общество, я не вижу, на самом деле, вот сейчас предпосылок к тому, чтобы эта группа каким-то образом, я не знаю, объединила там всех, типа, и это привело там к какому-то культурному новому витку. Хрен его знает, вот именно из-за того, что сейчас очень все на шипах лютых, типа, мне кажется, все, что им будет иметь какой-либо политический окрас, оно будет как бы либо сразу же записано в один лагерь, как бы оттуда никуда не выйдет, либо будет там просто как бы разгромлено, типа, общественным порицанием. Поэтому так или иначе в текстах, как бы, блин, ну как сказать... Коля, продолжим мысль, которую я у тебя. Типа присутствует терапевт? Я имею в виду, что нет абсолютно ничего плохого, и это все присутствует в текстах украинских и киевских, в том числе рэперов, где есть какой-то определенный социальный посыл. Просто, ну вот, если мы говорим о протестной, так или иначе во всех песнях, ну если там закладывается изначально месседж, присутствует протест. Ну да. Но да. Какого-то протеста, скажем так, ярко окрашенного политического, типа, условно говоря, ну вот я скажу странную вещь, вот рэп против Зеленского, например, понимаешь? Это сразу как бы, блядь, разделит на два лагеря, да. И... Ну это просто, это не то, что типа, там в рэпе или в музыке, это так вообще во всей типа стране такое. Ну настроение, да, да, здесь вот как раз по причине того, что глобально в стране такое настроение, вот из-за этого я не знаю, насколько... Поэтому вряд ли кто-то это там объединит так прям, чтобы... Да, да. Всех так это... Все толкают свои месседжи, да. У всех свое видение, типа, чуваки о разных, часто тоже как бы противоположных вещах читают, там, я имею в виду ценности, которые там они несут, вот, но при этом как бы все в движухе, потому что это, ну, условно говоря, не тянет за собой какой-то конкретный пласт людей, типа, там, объединенных какими-то идеологиями, там, и так далее. Ну и финал, если бы не музыка, раньше и сейчас, вы представляете вообще смысл жизни, смысл взросления, смысл рождения, или все было бы по-иному, и оно было бы типа норм тоже? Ну... Я думаю, с нашей точки зрения логично сказать, что норм бы точно не было. Норм бы точно не было. Вот. А так, да мне кажется, слушай, человек такое существо, которое оно способно приспосабливаться, адаптироваться. Наверное, как-то жили бы, но мне кажется, что жили бы, наверное, довольно напряженно, не имея возможности, скажем так, именно головным мозгом, ушами, душевно отдохнуть, почувствовать себя где-то в какой-то другой вселенной. Не было возможности себе рисовать какие-то картинки перед глазами и как бы куда-то улетать, скажем так. Вот. Тебе, ну, ты должен был бы постоянно быть здесь и сейчас, типа, 24/7, поэтому, ну, там, в снах так разве что улетать. А вот музыка как раз, она и очень такой крутой, да, портал, который тебя видоизменяет, твое душевное состояние. Ты иначе себя чувствуешь, ты можешь себя зарядить разными настроениями, поэтому с музыкой однозначно только профит, и типа... Вот вы сейчас сидите... Пусть музыка звучит.
Вы сейчас сидите, да, каждый сколько-то времени не был в Одессе, смотрите на море, и вот просто, если не трудно, озвучите там в нескольких предложениях, что вы думаете в этот момент, когда вы смотрите? На море? Да, вот на море, вот, которое вот здесь. Это такая бесконечность какая-то. Ну, первое слово, которое, да. Да, да. Это такой бескрайний источник спокойствия. Да. Вот я бы так вот сказал. Потому что действительно ушам, которые привыкли к бесконечному гулу автомобилей. Ну да, нам, конечно, не привычному, да, возгласам очень... и так далее. Волны так ласкают слух. Да, 100%. Бесконечный источник спокойствия. Да. Хорошо сказал. Как власне мислення, це норма, дулища досі, ти то навіть із прірвені за охору, дуле, бур, та ти хто не забув традиції хардкору, зі столиці дулиць, подано не казна, що казну з року бачу, тут дулиць сама бабе, не подив забав, запасі ще кілобою, ще не раз зерномою, так зірвані зв'язки. Я відрізаю відразу є самодітна не мема. Що має піти, хата всі розгадувати. Чим більше кілька з'їх, тим більше раджу розпрашення. Бо політичний перший розгадував. Скільки можна вірити тому, що за краю скажу. Нахуй страшно, замість тебе пан мені шляжа. Мене мандраж, іди спліва, кожна сіль потраше. Тут обережний на страчі, глузду грубливо. Та це трохи послабити на шиль. Бужо, найкращий вихід. Це закриті шлюзи і змусити своє оточення. Чакрукінсон, крузер!